Вот эти вяхери – бестолковые птицы, бесполезные. Один вред. В данном случае жрет шелковицу, но оно же даже ее, когда испорожнится, оно же ее даже не посадит где-нибудь в грунт, так сказать. Оно сейчас прилетит, он буквально 10 метров в сторону, сядет на сухую ветку над крышей, над ульем, и обгадит все. Просто вот все обгадит. Вместо того, чтобы полететь где-то в другом месте, сделать дело, и хотя бы, может, где-то шелковица проросла. Не. Бестолковые птицы. Шумят постоянно, по ветках вот это лазят. Треск, грохот какой-то от них. Как лошади по крыше могут скакать. Шумно, в общем. Гнезда строят такие бестолковые, что, так сказать, от сороки пользы больше, хотя это тоже вредитель. В сорочьих гнездах хотя бы сова поселится, а у этих же не гнездо, это там 10 палок, которые от ветра разваливаются. Какой-то их создал двоечник. Дипломная работа у кого-то была по созданию птицы очередной. И вот такое вот бесполезное получилось.